Христос – надежда христиан. Петр Иванович, дорогой мой, я хочу кое-что вспомнить. Ты не против? Не против. Я сначала, братья и сестры, я кое-что вспомнил, но сначала хочу один стих прочесть из Писания, пророк Исаия, 41 глава, 13 стих. Это как пожелание для тебя. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Я свидетель этих стихов в твоей жизни. Вот сегодня, когда, брат, сестры, была история Петра Ивановича, я с 85-го года тебя знаю. Я не знаю, где ты там был на Первом Брянске, что ты делал, но в 85-м году ты пришел в Бежецкую церковь. А я там уже был. Вот. И знаете, Александр сегодня говорил, колесница и конница. Да, пожелание было. Колесница и конница Брянска. Я вам поделюсь, братья и сестры. Мне Господь даровал такую возможность с Петром Ивановичем тоже потрудиться немножко. Вот. Мы вместе на Благовестие ездили. Тысячелетие крещения Руси. Я не знаю, забыл ты или нет, Иван Анисимович здесь, другие братья, когда мы первый раз в Гомель приехали. С Гомеля же все начиналось. А помнишь полковника или нет? Забыл. Полковник милиции рыкал. Вот. Но у Петра Ивановича была колесница и конница. Знаете, кто в его команде был? А? У него был... Кто был Петр Иванович? Заулыбался, вспомнил. У него было два человека, колесница и конница. Ну, говори. Нет, ты говори. Говори. Я попрошу брата Геннадия, подойди ко мне. У этого благословенного брата был отец. Он всегда ездил. И у Петра Ивановича было чутье такое. Он проповедовал хорошо, брат, твой отец. Да. И он говорил, пора выпускать. Когда что-то не так было, выходил твой отец. Проповедовал. Его представляли, он был учитель. А ну-ка, что время, учитель. Вот. И у него такой голос был звонкий. И он как выйдет, говорит, друзья дорогие! Кто это помнит? Все помнят это. Вот, это было у Петра Ивановича. Второй был человек у него, где он здесь, Котиков? Анатолий Михайлович. Он даже не поворачивается, он сидит. Анатолий Михайлович, его представляли как историка великого, и он выходил, вот так головой делал, и начинал рассказывать, как тысячелетие пришло. А почему представляли? Он и был. Он кандидат исторических наук. У него диплом. Да. Анатолий Михайлович, диплом с собой? Нету. Жалко. Вот это ударные силы у него были. И действительно, когда эти люди проповедовали, говорили, народ... Потом еще был один брат, жаль, его сейчас нет здесь, Михаил Лисицын. Он выходил и рассказывал стихотворение Николая Шалатовского. «Озари мое сердце, Христос, я устал от блужданий во тьме!» И народ затихал. А потом было служение, был призыв. Вот, Иван Анисимович хором пел «Неужели уйдешь?» И сотни людей уходили на покаяние. Было, Петр Иванович? Было. Ну вот. Так вот, Сергей Афанасьевич, подожди. А Анатолий Михайлович, он конница или колесница? Это надо у него спросить. Анатолий Михайлович, слушай. Колесница. Я конница, и он меня вел и тащил, как говорится, я позади него. Братья и сестры, я хочу, чтобы... Позволь скажу, ну вот что на всю жизнь запомнил я, когда ты в Гомеле и перед церковью православной говорил, дорогие друзья, поздравляю с великим праздником, тысячелетием. А полковник милиции стоял, здоровенный дядя. Замолчи, пожалеешь. А ты даже как будто... А ты это забыл.
А ты не видел? Друзья, пойдемте туда, а этот полковник толпа направляется в другую сторону. Все предупреждения не реагирует. Ничего у него не вышло. Ты мне расскажи, когда молодежь двинулась играть, а мы шли с тобою, как ты себя чувствовал? Расскажи. Как чувствовал? Ну, как говорится, микрофон и восторг, поближе. И радость. Ну, страшновато было, столько милиции. Что ты говоришь? Ну, говорил, как при охоте на тигра, вот-вот съест, сожрет, разорвет. Да ничего не вышло, не разорвали. Да это было. Это было. Такое не забудешь уже по всю жизнь. Спасибо, спасибо. Вот, братья и сестры, вот что значит историк, какая память у него, а все помнит. Брат, сестры, у нас сегодня с многочисленными пожеланиями и поздравлениями есть также поздравление от председателя нашего союза. Я хочу прочесть. Российский союз евангельских христиан-баптистов. Дорогой брат во Христе, уважаемый Петр Иванович, от всего сердца поздравляю вас с 80-летием. Благодарю Бога за возможность трудиться вместе с вами в распространении евангельской вести и созидании Церкви Христовой на земле. Желаю вам крепкого здоровья на многие годы и благоденствия всему вашему дому. Пусть ваши мечты и планы будут созвучны с волей Божией, а ваши церкви увеличиваются и духовно укрепляются. Сила Святого Духа и мудрости всегда сопровождает вас во всяких ваших делах. Верный человек, богат благословений, председатель союза, вот, Мицкевич и другие братья, пожалуйста. Братья и сестры, давайте поздравим. Сердечно поздравляем! И сейас духовой оркестр будет играть «Юность прекрасная». «Юность и прекрасная». Петр Иванович, это для вас. Пожелания. Вереницы пролетели года, и уже 80 на пороге. Бог был рядом с вами всегда в обозначенной свыше дороге. Если вспомнить, что рассказать, поделиться опытом разным, что несет в себе благодать Божьих действий в жизни прекрасных. Дорогой наш возлюбленный брат, с юбилеем тебя поздравляем! От истоков Господних 100 крат мира, радости сердцу желаем. Чтобы ты, словно птица в полет, от земли в небеса поднимался, плодотворней ставал каждый год,
и ты в воле отца оставался. Хоть годами ты старый седой, и морщины лежат бороздой, вохрестешь юным сердцем всегда, не старей ты душою никогда. Жизнь моя связана, я уже говорил, мы с ним постоянно на похоронах. Он как-то сбежал с Америки, я так понял, что совсем там огорчил, наверное, всех близких. Вот. Я уже говорил и просто повторюсь немножко, что Петр Иванович в моей жизни, ну, решающую роль сыграл, конечно. Благодаря тому, что он ушел, я уже говорил. Нет, мама сначала сказала: Петр Иванович, пожалуйста, обрати внимание на моего сына. Он очень шаткий. Он в пионеры вступил из всей семьи. Он на улице проводит время. Вот. А я за обиду затаил. В 66-м году, да, духовой оркестр первый раз собрался. В 67-м. Мне было 10 лет. Я тоже пришел, как и все добрые люди, желая получить какой-то инструмент. Ну, раздали инструменты там, и Иван Анисимович там был, и другие братья. На нашу семью попало что? Половину, значит, 50% барабана, там Титыч был барабанщиком тоже, Петру Егорычу и Титычу. А нам дали, значит, с Колей альтушку. Но мы с ним не поделили ее. И я ушел надолго, я обиделся. Вот. И потом мне пришлось долго-долго уже время, это уже прошло. На кларнете Петр Иванович сказал: езжай на похороны, а я на кларнете в струнном оркестре играл. Вот. Еле-еле. Ну, привел Петр Иванович на покаяние, можно сказать. Сказал: как ты можешь? Отцы, матери служат Богу, а ты нет. В 73-м году Павел Тимофеевич был у нас пресвитером, я покаялся. Но это было еще покаяние, как это вот я сегодня мало верю, когда каются в таком же духе. Потом было крещение, вот, при котором
Петр Иванович показал себя наилучшим образом. Я вообще с критикой относился ко всем верующим, прямо скажу. Единственный, кто немножечко был, это Алексей Иванович, горячий проповедник, Иван Васильевич Шестаков. А так я критиковал всех. Ну, и на Петра Ивановича смотрел с подозрением. Когда его посадили, я с него снял подозрение. Так скажем. И с таким подходом и был. И потом уже Петр Иванович ослабел чуть-чуть в нашей церкви, пошел на повышение. И я всегда говорил, вот, но там я не слышу, наверное, дальше, да? У нас так семьи по-семейному здесь. Я говорил так, что как ушли братья пресвитера, они потерянные для меня. Мне не нравилось в молитвенном доме особо. Столько, ну, занятий с хором, с этим, столько там трудностей. А кому петь-то? Ну, молитвенно, да, приходили люди все-таки каяться, но это был мизер. А на улице этих людей никогда не было. Ну, когда тысячелетие началось, мне понравилось. Да. И тогда я понял, что нас все-таки Христос призывает людям говорить на улице. Что я и делаю, да, и потому и встречаюсь с Петром Ивановичем, он тоже это знает правильно. На улице это самое главное. И ты можешь какие-то дивиденды заработать для вечности. Потому что Писание, что написано, что тебя касается, значит, это твое. Ну. А все, что не написано, что говорят там даже и в братской, может быть, вот, оно меня мало касалось. Вот. И поэтому Петр Иванович, когда ушел, каким-то образом мне поставили регентом. Мне это очень не нравилось. Вот. И я всегда, немножечко, конечно, было то, что ответственность большая, но на Петра Ивановича я затаил немножко тоже. Потому что переживаний он доставил много. Я скромный человек. Я любитель сидеть тоже сзади и критиковать всех. И вдруг мне пришлось впереди, и меня теперь критикуют. Поэтому я благодарен, конечно, Петру Ивановичу, что он вывел меня в люди, как говорят родственники. Ты стал человеком, все, тебя увидел народ. Вот. Благодаря Петру Ивановичу, опять же. Ну и все, женился, опять же, Петр Иванович был на моих сватах. Ну и всегда был. И вообще Петр Иванович с нашей семьей связан. Он всех хоронит. Даже там, где я отца родного не мог похоронить. Но это вот был Петр Иванович, пожалуйста. И я так желаю ему не до 100 лет жить, а жить 1000 лет. Потому что те, кто, я верю, что церковь, которая перейдет 1000-летнее царство, то это такие вот люди могут оказаться там нужными. Которые знают, как проводить собрания. Чтобы было весело, чтобы не скучно в 1000-летнем царстве. Некоторые будут умирать 100 лет. Всего 100 лет поживут. Ну, написано в Писании, кем они будут умирать. А некоторым будет дано по 1000 лет до общего воскресения. Поэтому, Петр Иванович, встретимся в 1000-летнем царстве. Вот это я желаю вместе. И себе тоже. Благословение. Александр Петрович, тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, за свою, ну еще так, я сказал, что этот вопрос молчи, не буду больше. Дайте мне слово, за свою, ну еще недолгую жизнь, и все же, Господь тебе помог проводить в небеса примерно сколько человек, примерно. Я уже говорил, не буду говорить, меня за это арестовали уже, братья свои. Свои, но я скажу, мне лично. И не один раз он сказал, не меньше 1000, благослови тебя Господь и твою бригаду, твоих певцов. Но я заказываю свою любимую песню, хотя, может, вы скажете, нет, сегодня не место ее петь, но я хочу, чтобы все услышали мою любимую песню. Не называй, вы ее должны сегодня спеть. Спасибо, Александр Петрович и братья. Вы просто подарок такой сделали. Молодцы. Мы так рады, что знаем вас, что не раз вместе труд совершали. Бог учил нас служить, всех любя, чтоб другим мы в пути помогали.
трудный час на тернистом пути, с вами рядом Христос в каждом шаге. Он поможет до цели дойти, что поставлено небом однажды. Книга будет, знаете, как называться, Юрий Кириллович? Человек на белом
последнем братском Петр Иванович короткую выдержку прочитал. Помните, братья, кто был? Тебе открылся талант. Ко всем твоим талантам талант писать. Пиши книгу. Начинай писать. Потому что, ну, понятно, ну, с кем-то вы в тысячелетнем царстве, может, зайдете. Ну, не все, наверное. Давай пиши книгу. Человек на белом коне. И не бойся этого. Но Василий Иванович, пару слов. Я одну секунду. Сейчас добавить Сергею Афанасьевичу про белого коня. Я хочу такой момент один сказать. Как-то одна сестра подходит к Петру Ивановичу, говорит: Петр Иванович, ну скажи, ты Славу любишь? Помните, Петр Иванович? Никакого, а Славу. Ты Славу, говорит, любишь? Скажи по секрету. А он мне по секрету говорит: а кто ее не любит? Так. Ну, а теперь братвы. А, все. Петр Иванович, всех вам благословений. Спасибо. Многие вам тут все говорят, и молодым вас совсем ставят еще. Я хочу просто напомнить и сказать вам, что 80 лет вам. Моисей в это время только выходил. Куда? Выводил только народ. Еще тебе 40 лет надо еще жить. Чтобы вести народ, как вот народ же говорил, что надо подбадривать, надо наставлять народ. Поэтому пусть благословит тебя Господь. Ну, 120 лет это может быть и много. А вот те слова, которые Бог сказал Аврааму, помните, он был старше тебя, чем ты, он говорит, что он сказал? Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Бог всемогущий говорит вам, что Он всемогущий и будет вести вас своим путем. Ходи пред Ним непорочен. И будь благословен в своей семье и в нашей семье, церковной бассейне. Всех тебе благ. Ты знаешь, но я боюсь жить столько, сколько Авраам. Не бойся. Он жил, жену похоронил, а потом еще нашел хиту. Я не сужу, потому что он уже про отец всех лет. Все. Однако до сегодняшнего дня его потомки с Израилем воюют. Поэтому я лучше приберусь к Тамаре Федоровне пораньше. Я в основном хотел... Петр Иванович, ну вот не в этом была моя мысль. А мысль была в том, что говорил Бог. Я Бог всемогущий. Вот этого Бога всемогущего храни всегда в сердце своем. А это пускай, это не надо все это лишнее. Ходи предо мной и будь непорочен. Вот это главное. Спасибо, Василий Егорович. Нет гром, утихнут грозы, и твой ветер улетит. Но в рассвет утра роскошь народ.
пришли, ты больше слез, и все заботы, и страдания изгладит дивно твой Христос, и все заботы, и страдания. Дорогие друзья, я думаю, что вы с большим вниманием слушали это песнопение. Каждый раз, когда я с братьями, вот, музыкантами, бываю на похоронах и вот во время обеда, я всегда прошу, спойте эту песню. Жизнь христианина не всегда вот так радостная, вот, торжественная. Она и в моей жизни тоже были разные моменты. Как когда-то сказал Иаков, когда услышал, что его сына нету, он сказал: «Печалью сойду я в преисподнюю». Вот. И только когда узнал, что сын его жив, он говорит: «Довольно! Жив еще! Мой сын Иосиф». Вот так и в нашей жизни случилось, что мы похоронили своего сына в расцвете сил. Но есть надежда, есть упование, что мы встретимся с ним в вечности и будем всегда с Господом, где печали не будет. Друзья, дорогие, я знаю, что среди присутствующих есть много таковых, которые переносили и переносите различные скорби, переживания. Но есть у нас один утешитель, и Иисус Христос, который единственный, кто может утешить и ободрить. Спасибо, братья. Пусть Бог благословит вас.
Дорогие братья и сестры, сейчас я хочу предложить короткое слово, поздравление для нашего брата Петра Ивановича от нашего брата, первого заместителя областного пресвитера Брянской области Николая Петровича Рыжиченко. Пожалуйста, брат Николай, тебе слово. Петра Ивановича, как своего родственника, хочу сегодня поздравлять. Петр Иванович, очень благодарен Богу, что было время, когда я пел у тебя в хоре. И очень ценю тебе, что какое терпение у тебя было к хористам, которые как бы не имели такого дарования. И ты с терпением учил нас. Слава Богу за тебя. Однажды Бог сказал Аврааму, так он говорит, скажи Аарону, так благословляйте народ мой, да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир, чтобы вот этот мир всегда пребывал с тобою до скончания дней твоих, чтобы ты еще трудился во славу Божию и ободрял всех нас. И действительно, чтобы в присутствии с тобой, с нами, с Богом был этот праздник. Здесь на земле, и я думаю, что и там в небе будет этот великий праздник, который никогда не закончится. Пусть Бог благословит тебя, Петр Иванович, твою жену и все твое большое семейство. Аминь. Аминь. Спасибо. Петр Иванович, я вот сегодня слушаю Николая Николаевича, объявил, говорит, мы молимся все, да, Николай Николаевич? Он тоже там по миссионерству, короче, занимается. Он молится за тех, кто вернулся на поля российские по миссии. Петр Иванович, он как бы занимается дальше миссией, то, чем всегда занимался. И знаете, у меня пожелание такое, потому что мы в свою очередь молились. И молимся, чтобы еще возвращались братья сюда, в Россию, проповедовали Евангелие еще больше и осознавали, что мы можем Евангелие нести и по всему миру, то, что и делает Петр Иванович. Но я думаю, на этом не закончится в нашей жизни все. И я хотел бы слово такое, знаете, из книги Иисуса Навина, как пожелание Петру Ивановичу. А пожелание было от... как наставление от Моисея было, да, как было передано вот это пожелание, что должен делать был Иисус Навин. Так вот, Моисею было 120 лет, когда он давал это пожелание. Я думаю, Петр Иванович, кто-то желал тут и тысячи лет, и все, но до 120 человек может дотянуть на земле. Но только надо оговорочка. Если раньше, мы все говорим, Господь, что, не придет, да? Ну вот дай Бог, ну хотя бы рубеж 120, если еще Господь милость продлит, вот над всеми нами, над людьми, которые живут, Бог может взять и отодвинуть лет на 100, как Он это и делал в жизни всегда, многих людей, многих поколений. Но вот лет 120 такое пожелание, чтобы вы давали кому-то. Вот, а потом, я думаю, вечность уже наступит, когда вам 120 будет. Вот. Он говорит следующие слова. Говорит, будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. И мы знаем это известное место, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что на ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я тебе повелеваю, да, это повелевает Бог. Петр Иванович, я думаю, это и вам тоже к лицу, так скажем, да, от Господа это повелевает. Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог, то везде, куда не пойдешь. Аминь. Аминь. Петр Иванович, мы равняемся на вашу твердость, на ваше мужество. И для нас это определенный ориентир,
жизни, что если не стареют братья, которым уже большая крепость, и всегда впереди, пусть Бог благословит, чтобы были рядом, которые также будут иметь и получать эту твердость и мужество, дальше проповедовать Евангелие, доколе позволит Господь на земле, или доколе Он придет. Сердечно поздравляю. Сердечно благодарю. Хорошее пожелание, но я не согласен, 120 лет жить. Моя теща, мама, когда жила, я помню, у нее всегда были такие слова, хотя бы умереть за свежу. То есть, не доживать долго, когда. У меня есть пожелание всем вам, молодым, постарше, всем братьям-проповедникам. Вот. Хотя сегодня только мне, пусть это будет одно единственное, мое пожелание всем вам. В 40-й главе Исаии написано так. Голос говорит, возвещай. О чем? Трава засыхает, свет увядает, а слово Господа Бога нашего пребудет вечно. Я бы пожелал всем братьям-проповедникам возвещать Слово Божие. Некоторые не хочу судить, может, такие голоса у них за кафедрой. Выйдет брат за кафедры, еще поприветствует кафедру, скажет, нагнется на кафедру, скажет, приветствую вас, братья и сестры, тихонечко. Кафедре скажет, а не поднимает взор. Слушай, блин, да ты посмотри на них, обними глазами, скажи им приветствие, да возвещай. Вот. В одной песне мы поем, удали от уст дрожащих ложный стыд и страх плотской. Вдохнови друзей молчащих пламенеющей мольбой. Вот передо мной сидит Владимир Васильевич. Мне нравится он. Вы знаете, никогда у нас общение не заканчивается, пока не помолится Владимир Васильевич. Ему не надо микрофон. Он возвещает в своей молитве. Пусть Господь благословит. Братья, выходите на кафедру, возвещаете о нашем Господе, Спасителе Иисусе Христе. Вы принесли большую радость.
Владимир, мой сосед, я попросил бы Гедеона подойти сюда. Где он там, Владимир? Хочется поближе подойти к Петру Ивановичу. Я всей души поблагодарить для всех вас. Вы знаете, вот Бог так позволил, что есть какие хорошие сани, Василий Дмитриевич, там об Антонии Великом. И там он сказал такие слова: «Вести меня в мое уединение». Вот мне удостоит Бог такой честь иногда вести его в его уединение на машине. Он живет в Бежане на трассе Киев-Москва. И очень, знаете, вот с таким мне вот радостью вот, и с таким благоговением всегда это дело, Петр Иванович. Ты дружились мы как-то вот и супруга, тут Роман Федорович, Петр Иванович, постоянно наставление, благословение, строгость, как всегда положено, как-то на одну братскую встречу я ехал, он: ты у жены спросил, я его везу, ну-ка звони жене. Я при нем звоню жене, отдаю ей трубку, она говорит: да, можно, пускай едет, все, езжай. Вот такие вот у нас с ней беседы, вы знаете, это всегда, это постоянно. Но один стих, который, хочется, вот, не вспоминается для Петра Ивановича, это: ну ты будешь видеть во всем, приносить скорбь, исполняя служение твое, совершать дело благовестника. Там есть такие слова: переноси скорби, исполняя служение твое. Во всех скорбях и переживаниях всей его жизни он остается таким примером для нас посвящения Господу, невзирая на те трудности, которые у него были немало. Петр Иванович, от всей души любим вас, ценим, благодарим сердечно. Пусть Бог дальше вас благословит. Спасибо, я несколько слов. Постой. Я хочу разъяснить, а то получается, что каждый раз Володя должен спрашивать у своей жены. Я ему так не советую. Но когда он едет вечером на всеночную баню, я говорю: спроси у своей жены. Вот такое. Так что ты говоришь правду. Так. Ну, конечно, не услышать Гедеона, это не будет праздник. Братья мои и сестры, наверное, уже время заканчивать, да? Я так понял, я буду последний. Почему? Потому что вот остались самые верные, крепкие духом и твердые, но ночь впереди, и так Христа слова звучат, говорит: ободритесь, не бойтесь. Ободритесь, не бойтесь. Петр Иванович, ну, Комарич — это особое место для вас, да? Тамара Федоровна, наша землячка, он всегда, когда приезжает, говорит: я приехал к своим землякам. Я, говорит, как дома. И я помню прекрасно, ты как-то на служение нас пригласил и сказал: братья, когда я вот мои похороны, я приглашаю официально мужской хор ваш, а у нас хор человек 15 и 15 партий. Да, вот такой хор. Но ему нравится, когда 15 партий поют каждый. И вот, говорит, я приглашаю официально на мои похороны, приезжает, пускай вот ваш хор будет петь. Ну, мы сказали, пообещали, помолитесь, все отлично. Я говорю братья, 80 лет Петру Ивановичу надо съездить, говорю, побыть в общении. Один говорит: во, говорит, и похоронили, говорит, и не сказали, а давно, говорит, было. Я говорю: давно, давно, брат, поехали. И, знаете, они приехали, и гармошку взяли, гитару взяли, и все собрались. Ну, возможности попеть не было, но и стыдно было петь, конечно, после таких братьев. Ну я просто, когда первый брянц на месте, я считаю, все, остальные молчат. Петр Иванович, поэтому я считаю, что, наверное, не случайно сегодня мы здесь, и я думаю, что это первый раз в нашем братстве вообще такой день, да, славный день. Но я думаю, это тебе Бог удостоил единственного человека посмотреть, как тебя будут хоронить. И что о тебе будут говорить на похоронах. Вот ты, сегодня ты услышал все, что люди думают о тебе. Вот смотри, точно так же будет на похоронах. Вот эти же люди сидеть будут, вот так будут играть, все будут вспоминать, рассказывать. Ну ты не переживай, брат, что ты? Не унывай, брат, я говорю, ободрись, не бойся. Гедеон Николаевич, что? Я помню, что на 70-летие Петра Ивановича тут тоже что-то все про похороны. Нет. Я помню, что-то про похороны, что-то ты про похороны. Нет, слушай. Я вот о чем. Я сейчас скажу, чего я про похороны. Дело в том, что вот мы сегодня слушали очень хорошо, я проповеди послушал, братья, и как бы мало поздравляли, но и говорили слово. И мне понравилось вот это слово. Говорит: они, говорит, из старости сочные и плодовиты, да?
и свежий, да, свежий, сочный и свежий, чтобы возвещать, что праведен Господь, да? И нет неправды в нем. Я вот часто думаю о Петре Ивановиче, ну действительно, ну сочен, да? Сочен. Столько сока в нем, ну что, жмут его все, кто может. Все, кто только может, выжимают всего. И он часто бывает такой мокрый, действительно, глядит на него, бедолага. Он еще крепкий. Я вот у него последний раз в Комаричи был. Петр Иванович, все твое. Вот он так говорил, так говорил. Лежу мокрый. И сел и говорит, давай ты что-нибудь. Обычно не позволял. Никогда. Никогда. А то говорит, давай ты что-нибудь уже. Лежу, Петр Иванович, уже вижу, что ну есть, есть усталость маленькая. Но я не про усталость. А я вот про что, про верность Господу. Вот, говорит, это наши примеры. Я помню, 13 лет мне было, или даже лет 10. Вот судили когда его, ну я что-то дознал о Петре Ивановиче. Знаю, что кого-то из братьев там взяли, там что-то случилось. Нам и пацаны вот такие, у моего возраста, все, кто в Бедовской церкви, все живы-здоровы, бегаем по этажам, сверху на низ, а там не пускают, а мы хотим в щелочку глянуть на Петра Ивановича, как его судят, за что его судят. Вот это прекрасно помню, нас ловят с одной стороны, с другой стороны. Ну и конечно же, когда Петр Иванович пришел вот с тюрьмы, да, я помню его песню с Тамарой. Проволоки колючая стена с близкими родными разлучает, но зато с Иисусом никогда, даже и тюрьма не разлучает. Вот вы знаете, братья, можно много жить с человеком, но можно никогда не почувствовать то, что нужен на всю жизнь христианину. Вот это я почувствовал хорошо. Вот со Христа, со Христов разлучить ничего не может. Вот мы читаем послание апостола Павла, что нас может отлучить, да? Это хорошо, что мы знаем. Это хорошо, что эти дети знают. Но если они не знают такого случая, кто так в жизни своей показал, и кто ты, с кем ты просто ешь хлеб, общаешься, ходишь на рыбалку, кто с тобой просто беседует. Если ты такого примера не знаешь, героя, я думаю, как сегодня говорил Юрий Кириллович, наверное, наше христианство, оно, ну, не имеет вот этого корня, основой, чтобы хвалиться, что наше братство, оно и в старости, хотя много стариков сегодня, оно живое братство, оно крепкое братство. Поэтому я Петром Ивановичем сильно дорожу, очень сильно дорожу, потому что он часть нашей Комаричской церкви. Он всегда вдохновляет, всегда поддерживает. И поэтому я хотел бы вот пожелать братья, вот у нас еще немного уже осталось братьев, ведь это целая эпоха. Он старше меня на четверть века. Представляете, нет? На четверть века. Я был тогда мальчишкой, а он уже был служителем. Вот представьте, а это пример для подражания. Вот для моих детей уже, для внуков. Они сегодня в церкви. Они все подросли уже, внуки, вот моего возраста, когда я смотрел на него. Для них кто пример сегодня у нас? И я думаю, что вот если бы побольше было бы вечеров таких, вот кто бы Иван Анисимович скажет, кто так провел жизнь молодости, кто вас так научил любить музыку и пение, вот чтобы восхищались. Если этого человека нет, я думаю, тоже христианство это хорошо. Но если нет, кем ты, вот кто тебя зародил, любовь к Иисусу Христу и верность. Если людей нет, наверное, братья, мы сегодня нуждаемся, чтобы эти люди появились в нашей жизни. Я думаю, что надо следующий, вот когда тебе, Иван Алексеевич, 80 будет, когда скоро нет. Давайте хотя бы 70 лет, давайте опустим планку. Праздновать 70-летие, 60, конечно, рано, это однозначно, а 70 можно праздновать всем братьям. Начало хорошее, хорошее. И даже если вот это и последнее будет, Петр Иванович, ну так, не должно быть так. Ты настраиваешь себя. Эту мысль. Нет, это мысль хорошая, мысль очень хорошая. Всегда с Господом будем, утешайте друг друга всеми словами. Только надо об этом помнить, что наше жительство на небесах, тогда мы тебя еще больше будем любить. Понимаете, нам будут смотреть на тебя и стремиться туда. Поэтому будем стремиться, чтобы в этой палаточке 70-летие. Владимир Владимирович. Конечно, это... Васильевич. Да. Васильевич, да. Ну и Владимир Владимирович там тоже есть. Все, я все. А не хотел выходить. Ну я просто рассказал тебе все, что я просил, выйди. Нет, нет. А смотри, как разговаривался. А вот смотри, что я разговаривался к чему. Я вот вспоминаю, вот как сегодня христиане, мы вот поели, да, попили, я скажу, организация, ну, высший класс. Я в Бедовце давно не был, вот уже очень давно не был. И скажу, церковь действительно
вот молодежь стала, и пресвитера молодые, дьяконов много рукополагают, вот молодые братья. Ну, это просто радуется сердце, что действительно в церкви все есть, и уровень хороший. Главное, любовь к братьям, вот, отношения, вот, гостеприимство, Слово Божие, это, ну, это просто вдохновляет. Ну, а когда Кирилловича видишь, ну, если бы ты еще Украину не трогал, я бы тебе вообще не любился. Но за Украину нет тебе. Нельзя в собраниях нас раскачивать. Не раскачивай основы наши. Мы здесь ни на какой мове, так, русская только. Так, вот Егор Николаевич, всем раздал. Подожди. Я про Украину сказал. А вот чем закончить хочу, смотрите. У евреев было удивительное вот такое, ну как бы, жило, да, присуще было. Вот они писали у себя на домах, написано на рукавах, везде на челах, писали одно слово. Какое, братья, помните, нет? О чем они гордились, да, из поколения в поколение передавали? Помните, нет? Да будет имя Бога благословенно. Еврей это знал на все 100. И он всегда это внушал детям своим, что бы в жизни не было. Горе ли, беда ли, война ли, поражение ли, победа ли. Он всегда помнил. Имя Бога моего да будет всегда благословенно. Я желаю, Петр Иванович, чтобы вот это имя нашего Господа, вот как сегодня хвалились дети, да, они рассказывали, что отец вот научил пример, чтобы так все братья передалось, чтобы мы помнили, братья, сегодня, когда хорошо нам и шатры стоят, и свет светит, а ведь было время, когда всего этого не было. И может такое придет время, когда всего этого мы лишимся. Вопрос стоит, наша вера будет ли такой, как учит Евангелие? Мы будем ли говорить, да будет имя Господа благословенно? Вот я хотел бы, чтобы, несмотря на все, что мы встречаем в жизни, на все, что нас, ну, тянет, может, назад от христианства, от Евангелия, мы помнили одно. Имя Бога, оно должно быть в нашей жизни, в служении превознесено. Вот это есть сегодня и визитная карточка Петра Ивановича. Любящий Господу, вот будет почтен и перед народом. Бог и здесь почтит, и перед Отцом Небесным. Аминь. Аминь. Подожди. Все. Друзья, нет, тихо, стой, стой. Еще куда был? Я, ну что, обижаться на видео, он у меня второй. Да слушай, что мне? А как он про Украину? Но! Ты забыл, что Петр Иванович сам из Украины? Не расширяй. Я, но заодно я сегодня хочу Гедеона поблагодарить. Знаете ли вы, что вот это такое общение необыкновенное сегодня, это идея Гедеона Николаевича. Приглашай всех. Всем места хватит. Спасибо, Гедеон Николаевич. Помню, у себя Бог благословит. Вот такие общения, и мне тоже очень нравится. Вот. Я очень рад, конечно, прежде всего, Бежецкой церкви, где Евгений. Ты скажешь после меня. Брат Евгений, служитель, вот, который заботился об этих столах очень плохо, потрудился. Не только он, тут все сотрудники кухни и все. Я представляю, сколько труда, сколько хлопот. Все братьев и сестер Бежецкой церкви, спасибо вам большое. Пусть Бог воздаст вас сто крат за ваш труд. Ты что-то хотел сказать? Братья и сестры, я хотел поблагодарить всех участвующих в этом мероприятии, в первую очередь вас, что вы собрали вокруг столов здесь и одно поколение, и старое, и молодое, и дети даже с белыми. Спасибо вам. Мы готовы всегда трудиться. Бежецкая церковь всегда открыта. Давай я тебя... 70, 60, опускайте планку, брат. Давай, от имени вот со всех сотрудников твоих, да. Давай я тебя поприветствую. Давайте поблагодарим, ну прежде чем молитву, наших поваров, наших сотрудников. Сердечно благодарим! Я хочу выразить сердечную благодарность повару многие лета. Вы когда-нибудь слышали
подобное пение. Подобное пение вы слышали? Вот, чудесно. Иван Анисимович, благослови тебя, Господь. Скажу, и все же, как бы там ни было, на моих глазах вырастал новый служитель. Вот, музыкант Регин. Вот. И все же, ну вы знаете, как среди регентов, какая посадить, уничтожить. А я все же, может, не всегда я хорошим был, но все же вместе со мной вырос вот такой Иван Анисимович. Я благодарю всех музыкантов, которые сегодня славили Господа. Мужской хор один, другой, и все вы ведущие. Это чудесно. Где Сергей Афанасьевич? Сергей Афанасьевич, за уху, это вообще чудо. Хоть бери еще на чай. Праздник, ну правда. Геннадий Алексеевич, спасибо вам. Вот. Ну, наверное, уже, как вы думаете? Да, мы сейчас, Петр Иванович, будем заканчивать. Время уже подходит, 9:30. Вот, Владимир Васильевич, он совершит молитву. Да, братья и сестры, наверное, будем заканчивать? Да, все, Владимир Васильевич, пожалуйста, молитву. Помолимся Господу. Вовеки благословенный наш Небесный Отец, прими от нас сердечную благодарность и славу за нашего Спасителя Иисуса Христа, который нас сделал близкими, родными, благодаря Твоей жертве, Твоей пролитой Голгофской крови. И мы сегодня Твои дети, Церковь Твоя на этой земле. Живем и радуемся в Тебе, нашем Господе и Спасителе. Мы благодарим Тебя за нашего брата Петра Ивановича, которого Ты хранил 80 лет жизни на этой земле. Ты пребывал с ним, благословил его труд служения, его семью благословил. Благослови его и дальнейшие годы жизни. Мы предаем Твои святые руки. Дай, чтобы он был Твоим служителем, Твоим делателем. И все это делал для славы Твоей. Пока на этой земле, до Твоего пришествия, когда Ты придешь. Благослови нас быть ожидающими и желающими той чудной встречи с Тобою там, в небесах. За это служение, которое Ты даровал нам в этом дне, и духовную пищу, которую мы имели в доме молитвы, и за это общение за этими столами, за эту пищу, которую Ты подкрепил наши физические силы, за эти пожелания, общение, слава и благодарность Тебе, Господи. Благослови семью Петра Ивановича и Тамары Федоровны, и их деток, и внуков. Сохрани их в этом мире, и пусть Твое благословение будет над ними. И нас всех благослови Твоим благословением, чтобы в наших церквах, в наших семьях Твое имя было прославлено. Распусти нас с миром, Тебе, нашему Богу, да будет честь, слава, хвала и благодарность Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Сердечно благодарим. И еще раз поздравляю.